Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 18.00 ровно, 07.09.2016 год. Так получилось, что я опять только проснулся, немножко сонный, извините. Вот, прочитал сообщение в скайпе от человека под ником Максвелл. Вот, он мне прислал ссылку на эту статью. И этот добрый человек сообщил, что вот доказательство сотовый флаг. Ну, тут спорный вопрос. Дело в том, что когда люди будут смотреть на этот флаг, одни скажут, что это изображение плоской земли, другие скажут, что это изображение маленькой кругленькой земли, маленьких кругленьких земель. Ну, а третьи, скорее всего, скажут, что это изображение полой земли. Ну, и только люди, которые человеки, приняли достоверные знания, что наш мир сотовый, конечно же, на этом флаге увидят наш сотовый мир. Кстати, сейчас впервые пытаюсь писать одновременно и голос, и видеодемонстрацию. Ранее я так никогда не делал, надеюсь, все у меня получится. Так, у планеты Земля появится единый флаг. Колонизация других планет и галактик пока только плод воображения фантастов. Но кто знает, возможно, не за горами тот день, когда такие путешествия станут реальными. Этой идеей руководствовался шведский дизайнер Оскар Пернефельд, когда создавал единый флаг Земли. О, у нас будет единый флаг Земли. Интернациональный флаг, по замыслу автора, будет представлять человечество в межпланетных экспедициях. Ну, я думаю, дизайн Оскару подсказали захватчики нашей ячейки. Нам же, знаете, как подают иногда... Вот, допустим, стихи Пушкина показывают и говорят. Вот Пушкин, когда это писал, он думал это. Откуда вы знаете, что думал Пушкин, когда писал эти стихи? И вот так же и Оскар этот руководствовался. Ему сказали нарисовать сотовый мир. Кстати, вот это немножко сложно, знаете, заключается тем, что есть определенное количество добрых людей, которые сотые исключительно ассоциируются с шестигранниками. Я уже не раз говорил, посмотрите на свою ладонь, на свою руку, она тоже сотовая. Ну, а если увеличить, то конкретно, то, конечно, там и шестигранники можно увидеть. Так, сейчас буду аккуратненько листать, не знаю, что оно получится. Вот такой, это, наверное, на Марсе. А это уже пальмы все в Антарктиде спилили, снегом засыпали все. Ой, цветок, лети, лепесток через запад на восток. Как там? Возвращайся, сделав круг. По-моему, вели. Хочу, чтобы все люди узнали, что наш мир сотовый. Эмблема землян цветок, расположенный по центру темно-синего полотна. Синий цвет олицетворяет океан, огромные запасы воды, основу жизни. Сам цветок состоит из 7 пересекающихся колец, символизирующий часть света. А вообще, в принципе, здесь очень можно много ячеек насчитать, по большому счету. Огромное количество. Если задаться целью себе посчитать, тут цифра серьезная должна получиться. 7 колец, то оно понятно. 7 колец. Обручальное кольцо, ох, непростое украшение. Двух сердец одно решение. Обручальное кольцо. Это, знаете, я это проснулся в хорошем расположении духа, посмотрел эту статью и опять же, знаете, как в той песне. Проснись и пой, проснись и пой. Ту-ту-ру-ту-ру-ру. Так. Сплетенные кольца дизайнера объяснят тем, что все в мире взаимосвязано. И что у людей один общий дом. И не важно, в какой точке планеты они живут. Автор призвал помнить об этом и заботиться друг о друге. Вот правильно говорит Анатолий Анатольевич Шляхов. Если злодеи, которые нас оккупировали, говорят, что будем делать что-то хорошее, сразу думайте, что это что-то плохое. Ну, там целый список. Что вы не слышите, вот, допустим, вот мы там будем помогать там животных. Знаете, что эти животные несчастные пойдут на шапки. И так далее. То есть, всегда плюс заменяйте минусом. Это на самом деле так и есть. Так. Также цветовое решение имеет эстетическую задачу. Флаг отлично смотрится на одежде астронавтов. И выделяется своим контрастом на белом фоне. Каких астронавтов? Ну,
Ну, в общем, у меня слов нет. Какие астронавты? А мне вот это любопытно, эту фотографию нам выдают, как в космосе сделали, или просто они, честно говорят, это фотомонтаж, а то что-то как-то на руке у человека тетрадка, ну, наверное, все-таки выдают, что это все-таки фотомонтаж, да? Ну, на всякий случай смотрите источник фотографии. Ну, что-то там флага. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Ролики с более объемной информацией всегда в подготовке, всегда в разработке. А, еще хотел бы вот это, наверное, обратить внимание, без особых комментариев. Лев держит свою лапу на сотовой планете. Ну, кто-то скажет, ну это фантазия художника. Ну, конечно. Художники, вы знаете, они такие фантазеры. Они вот и ужись. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слышали меня, слушали. Всего доброго. До свидания. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной.